Товарищ председатель, Брянц Михаил Юрьевич, на призывную комиссию прибыл. В Заречном стартовала осенняя призывная кампания. Михаил Бриллиантов пришел на призывной пункт одним из первых. Юноша считает, что служба в армии не только конституционный долг, но и дело чести для каждого настоящего мужчины. После школы нас водили сюда, как уроки ОБЖ были. Ну и техникум железнодорожно закончил, ну и вот пришел. Михаил хотел бы служить в сухопутной войсковой части. Других предпочтений у него нет. Многие призывники вообще не определились с родами войск, готовы к любым испытаниям. В каких войсках хотелось бы служить? Есть предпочтения? Нет. Все равно. В этот призыв в армию отправятся 25 зареченцев. Всех их распределят в режимные войсковые части. Будут в Энгельсе проходить службу 25-623. Есть у нас план. Есть план на нашу 36-ю ракетную бригаду. Тоже есть. Ребята пойдут служить. В Сызрани в этом году не поедут. На призывниках 2017 года лежит большая ответственность. Им предстоит продолжить традиции своих предшественников и с честью вынести все тяготы и лишения воинской службы. В какой бы части за время своей работы я не ездила с визитом, так скажем, всегда слышим только хорошее о зареченцах. Это очень гордо, это очень ответственно и это очень приятно нам всем. Первые новобранцы отправятся к месту прохождения службы уже 21 октября. А 2 ноября в Заречном пройдет общегородской день призывника. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».